Добрый день, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем канале, и мы продолжаем играть с YouTubers Live. Так, хорошо, загрузка пошла, хочешь початиться? А я не хочу не чатиться ни с кем. Опять этот дядька пришел. Так, у нас есть новая карточка. Хорошо, давайте мы, наверное, сходим поработаем. Хотя нет, давайте глянем, какие у нас есть... А, улучшение мы не можем посмотреть, компьютер занят. Блин, ладно, пошли работать. $10. Ведущий, давайте, $40 должны мы заработать. Пойдем на работку пока. Пока у нас флотаут загружается. Так, хорошо. А на работе он устает очень, блин. Очень сильно. И я предлагаю сразу спать отправиться. Так, ну что, смотрим. Как наш первый взгляд. О, смотрите, какой заработок сумасшедший. Подписчики просто текут рекой. Предлагаю, пока у нас есть такая актуальная такая игра, да? Так, давайте покушаем. Где наш сэндвич? Так, ну, 26 энергии у нас есть, нормально. Давайте мы сделаем сразу новое видео. И оно будет именно Flatout. У нас будет геймплей, поехали. Продолжить. Так, первая серия у нас будет. Так. Геймплей. Поехали. Есть. Дальше. Так, тут у нас плохо все. Ну, давайте сценарий возьмем. Пускай будет сценарий. Так. Здесь звук пускай добавим. Артистизм нам нужен, блин. Тут у нас двоечка, давайте двоечку возьмем. Так, ты у нас есть, хорошо. Хорошо, так. Есть, давайте собирать все до кучи. До кучи, до кучи, до кучи. Это у нас концовка будет. Так. Вот так. Так, идет соединение, идет, да, все хорошо. Добавляем эффекты. И пошли смотреть. 66% актуальность. Ну, уже падает актуальность у нас. Но все равно мы еще молодцы. Так. Опубликовать видео. Хорошо. Публикуется видео. $248 у нас есть. Компьютер пока занят. Идем работать. Стажировка разработчикам. 12 часов. Поехали. Так, пока мы работаем, у нас идет загрузка видео. Вернее, обработка, да, еще идет. Все, пошла загрузка. А, на первом взгляде мы уже $70 заработали. Отлично, просто супер. Так, $308 у нас есть. Компьютер освободился, и давайте мы пока спать не пойдем, а посмотрим улучшения, какие у нас доступны. Давайте доступны. Посмотрим. Привет, я хочу сделать видео, как играю в игру, но не знаю, так, ясно. Он мне хочет игру подарить. Ага, это опять же, да, это будет какая-то приставка. Нет, мы скажем нет, потому что мы не можем, у нас нет приставки. Смотрим корпус, чтобы у нас быстрее обработка видео шла. Так, у нас есть корпус. 575, ничего себе. Это круто. Давайте пока посмотрим новую вебку, может быть. Есть у нас хорошая вебка. Давайте ее выберем. И нам микрофон бы получше. Так. У нас $99 получается микрофон. Итого мы, получается, все нормально у нас, да? Так, может быть, нам еще мышку купить? Нет, не эту мышку. Давайте подороже купим мышку. Клавиатуру можем купить, в принципе. О, за $50, ничего себе. Берем клавиатуру. Есть у нас еще деньги, наушники. Так, 85 54. Так, еще не хватает нам, да? Ладно. Давайте наушники другие возьмем, подешевле. Купить. Все, мы прикупились. Нам дали 9 уровень, отлично. Смотрим по талантам, что мы можем сделать тут.
Давайте козывальщика дальше прокачаем. Козывальщика. И идем спатьки. Энергии у нас нет вообще. И денег нету. Так, пока вот тут нам пришли наши новые вещи. Так, хорошо. Покушаем заодно, покушать. Сэндвичи есть у нас еще, отлично. Так, новый микрофончик. Что у нас еще пришло? Мышка. Дальше. И новая клава. Отлично. Так, вроде бы все, что... Нет, еще что-то мы купили. А, и наушники мы купили. Отлично, все. Давайте снимать новое видео. Приглашение. Да, давайте придем. А, нам дадут только опыт, да? Скоро в продажу. На твою помощь, на лучшими пожеланиями. А давайте сходим. А почему бы и нет? Так, продолжаем снимать, что у нас актуально. Давно мы не снимали викинга этого, да? А, не снимали, потому что у нас консоли нету. Поэтому флотаут продолжаем. Вторая серия у нас будет. Так, и здесь мы уже меняем. Меняем. Веб-камера у нас будет обычная. Full HD. Давайте возьмем. Микрофон. Да, с фильтром. Теперь у нас микрофончик будет. С микрофончиком фильтр. Многонаправленный. Отлично. Все, вторая серия. Так, давайте снимать будем. Хорошо. Так. Давайте четверочку используем. Так, тут двоечка. Так. Четверочка. Четверочка. Есть. У нас еще десятка осталось. Ну и все, и концовка. Так. Ну неплохо, неплохо, неплохо. Мы отсняли все это дело. Так, смотрим, что у нас получается. Давайте выставим пока все. Все кусочки. Посмотрим, что мы можем тут сделать. Так. А если мы вот так вот сделаем, а потом вот так. Вот так вот, наверное, я думаю, будет лучше всего. Добавляем эффекты. Понеслась. 62%. Отлично. Так, что у нас с уровнями? Звук нам дадут сейчас. Опубликовать видео. Не хочу чатиться с вами. Презентация. А когда она будет? 27-го. Через 2 дня получается, да? Надо не пропустить будет ее. Так, пока у нас есть время, у нас есть немножко денег. Давайте мы начнем какой-нибудь курс. Допустим, того же сценария. Почему бы и нет? Давайте будем изучать. Будем учиться. Так. Один день он будет учиться, получается. Так, видео у нас почти загрузилось уже. Почти загрузилось. Так. Что случилось? Мы должны устроить вечеринку сегодня. Я уверен, что тебе нужно оторваться, не так ли? Оторваться? Давай, оторвемся. Почему бы и нет? Все, подожди. Надо это ж... Нельзя постоянно учиться. Мы идем на вечеринку в шапке-ушанке. Не, ну давайте бейсболку возьмем. Что у нас еще есть из шмоток? Какую-нибудь майку. Майку. Штаны вот такие, такие. Оба. Кроссовки. Кроссовки вот такие. Ну, очки пойдут. Так. Ну и в принципе все. Перейти к событию. Пойдем на диско сходим. Почему бы и нет? Пообщаемся с народом. У нас пока флотаут смотрит, наши пацаны. Так, это мы на диско. Дискотека. Давайте с какой-нибудь девчонкой познакомимся. Что... А, смотрите, шоп, а что значит говорить? Может, купить что-то можно? Эй, здорово. Добрый вечер. Разработчик, она разработчик? Отношения с разными людьми. Получить это эксклюзивный предмет одежды. Ничего не понял, что это было. Ну да ладно. Так, а что-то кто-то еще есть.
Охранник, я так понимаю. А диджей можно? Надо какую-нибудь девчонку выбрать. Такую. Посимпатичнее. А вот девчонка одна танцует. Ну-ка. Говорить. Так. Бла-бла-бла-бла. Ты до сих пор не купил консоль. Чего ты ждешь? Не хочу я консоль. Давай еще поболтаем. Чтоб она стала нашим другом. Бла-бла-бла-бла. Все, несколько дней назад я играл до 5 минут. Неудивительно, что она так хреново продается. Это она типа сказала мне или что? Ясно. Давайте с кем-нибудь еще поговорим. Вон девчонка пьяная, она может нам что-нибудь больше расскажет. Или она энергетик пьет. Привет. Бла-бла-бла-бла-бла. Не, чё, пацан у нас модный такой. В очках, в бейсболке. Не могу ждать реализа. Ага, вот она нам подсказывает. Какая-то игра, да, должна выйти. Хорошо, давайте еще побазарим с ней. Бла-бла-бла-бла. Следующую консоль она хочет увидеть. Ну, это нам не интересно. Так, вот еще такая девчонка симпотная. А мы можем потанцевать или мы не танцуем? Бла-бла-бла-бла. Я читал, что игра... Опять туда игру вспоминают? Удивительно, не могу дождаться выхода. Дистарбинг какой-то, дистарбинг. Все, мы выяснили, что народ хочет. Я ухожу, все, всем пока. Я ухожу, говорю. Теперь я могу пойти на вечеринку, когда захочу, и пригласить любого из моих друзей. Вечеринки доступны в календаре на моем телефоне. Так, некоторые события вечеринки требуют определенного дресс-кода. Если у тебя не хватит какой-либо одежды, ты всегда можешь ее купить. Ну, это понятно. А, нам предлагают купить, да? А где наш шкаф? Не, не надо нам продолжать курс. Магазин. Мы до сих пор еще зарабатываем на флотауте, да? Флотауте. Так, где у нас шопинг? Вот этот? Ну, давайте что-нибудь купим. Ходить на разные вечеринки, чтобы мероприятия, чтобы получать больше опыта. Вся одежда хранится в гардеробе. Только ради бога, не делай из меня пошмешище, ха-ха-ха. Так, привет, я твой отец. Да ладно. Так, хорошо. Какой дресс-код может быть? А что так дорого все это, елки-палки? Давайте какой-нибудь строгий, может, стиль выберем. Для парня. 180, да ладно, вы обалдели. Ладно, рубашки. Давайте ботинки посмотрим какие-нибудь. О, прикольные ботинки. Давайте возьмем, купим. Так, очки. А, не, очки какие-то хреновые. Шляпы. Да у нас нормальная шляпа. Аксессуары. О, золотой медальон. На 64. Блин, нам не хватит денег. Плата за жилье нам нужно. Блин. Давайте пока не будем ничего покупать. Денег у нас нету. Так, нам необходима новая серия. Но у нас беда, у нас сломался компьютер. Так, пока он чинит, давайте. А мы не можем продолжить курс? А чего? Все. Ладно. Давайте тогда пока покушаем. Съесть сэндвичи. У нас два штуки осталось, надо будет прикупить. 48 тысяч подписчиков у нас. 2000, и мы сможем переехать уже в другую квартиру, да? Так, 28. Отлично, мой компьютер слишком медленный. Ну, чувак, хватит за мой компьютер садиться. Я вообще предлагаю консоль-то нахрен продать. Нафига она нам надо? Попали мы на $150. Но нам надо за квартиру уже платить. Новое видео. Актуальность флотаута у нас упала вообще пипец. Так, эти можно уже продавать. Где наша полка? Выбрать игру. 22% продать.
Выбрать игру. 76, но нам нужна консоль, поэтому продать. 60%. Давайте тоже продадим и на вырученные деньги давайте отправимся в магазин и купим что-нибудь новое. О, заодно посмотрим, вышла ли та игра, о которой нам говорили на вечеринке, да? Может быть, мы ее тогда будем снимать. Смотрим. Я так понимаю, что она еще не вышла, да? Так. PS. Ну вот сейчас одна в тренде. 8 февраля она вышла. Ну, она старая уже. Planet Wars 29. Здравствуйте, меня зовут Изабель, и я звоню от имени так. Мы хотели бы предложить вам нашу карточку клиента, которая даст 1000 скидок. Да не надо вам идти. Я достиг 50 000 подписчиков. Я уже был известным ютубером, и моя комната становится слишком тесной для меня. Мне нужно было что-то побольшее. Ясно. 50 000 мы набрали уже. Но перед тем, как переехать, я все-таки хочу купить игру и отснять ее. Давайте ее купим и отснимем. Первый взгляд делать не будем. Будем делать сразу. А, она же еще не приехала. Как мне выйти отсюда? Сейчас она приедет, и мы ее снимем. Для переезда что нам нужно? Требований нет никаких, отлично. Ну вот сейчас отснимем игру. $320 мы будем платить, ничего себе. Рабочие места у нас будет 2. Мы можем нанимать работника уже, да? Все в помощь, отлично. Где же ты, где игра? Открывайся. Хорошо, выбрать игру. Так, делаем сразу геймплей. Сразу геймплей. Тут ничего не меняем, поехали. Звук минус один, а почему? Что-то непонятное. Так. Может быть, надо было звук выбрать? Ну ладно. Вот у нас звук, теперь единичку на звук. Хорошо. Так, выбираем тоже четверочку. Ну и двоечку, соответственно, так. И последняя у нас будет концовка. Отлично. Так, давайте соединять все. Так, так, допустим. Вот так. И вот так. Ну, нормально. Одно красненькое место у нас получилось. Давайте будем рендерить. Так, хорошо. Новый рекорд. Актуальность 67%. Нормально. Можно пару видео сделать. Приглашения какие-то. Опять опыт. Скоро в продаже, да? А, это PlayStation. Не будем мы, не пойдем мы. Что случилось? Мы должны устроить вечеринку сегодня. Я уверен, что тебе нужно оторваться. Нет, вечеринку мы не будем делать. Прости, дружба закончилась. Вот так вот, все, не пошел на вечеринку и все. Так, у нас есть новая карточка. Сейчас у нас произойдет загрузка. Предлагаю пока покушать. Пока поесть. Да, есть все сэндвичи, которые остались. У нас еще два штуки есть. Так, хорошо. Все, видео мы загрузили, и мы можем переезжать. С твоих игр? Нет, конечно, ты чё? Так, и давайте переезжать будем. Переехать. Двухкомнатная квартира. Перед тем, как переехать, я должен был решить, что сказать моему нынешнему соседу по комнате. О чём мне мог говорить-то? Чувак. Привет, я слышал, ты хочешь переехать в большую квартиру, потому что тебе нужно больше места. Ты уверен, что не хочешь, чтобы я переехал с тобой, как твой непобедимый компаньон? Поехали, господи. Спасибо за предложение, но мне нравится здесь. Ты замечательный друг. Так, все, мы переезжаем, ура. Так. Это уже наша квартирка. Наша квартирка. А почему двухкомнатная, если комната одна?
Новая квартира была намного больше. Я начал создавать свою собственную квартиру. Ой, команду. Я нанял первого соавтора для моего канала, чтобы создавать вдвое больше, ясно. Моя сотрудница была способна делать видео для канала в соответствии с моими инструкциями. Ясно. А где сотрудница-то? Неизвестно. А, вот, смотрите, у нас что-то появилось тут. Ага. Это мы, а это сотрудница. Так мы еще никого не наняли. Так, давайте мы пока выспимся. Новая цель. Прокат соавтору. Хорошо. Так. Все, мы выспались. Предлагаю, наверное, недолго думая, отснять еще одну серию. Продолжить. Хорошо. Ну, я так понимаю... А, это лестница. Кстати, с ней можно взаимодействовать. Так. А что у нас со звуком, я не понимаю. Чё у нас минус единица? Мы глуховаты стали или что? Я не понял. Давайте звук тогда, раз уже нас нету. Так. Ну и концовка. Отлично, так. Я хочу сделать видео. Так, это наш сосед же, не мог помочь. Я пришлю тебе игру, окей. Тоже на приставке, да? Нет, отмена. Не будем мы делать, у нас нет приставки. И покупать ее нет никакого желания. Так. Ну, пускай будет так, ладно. Все, понеслась. 58% актуальности, нормально. Так, хорошо, хорошо. 53 тысячи подписчиков у нас. Что у нас по играм есть? Ничего. Все только на консолях, да? Хреново. Так, давайте мы прогуляемся, посмотрим, что там... Наверху у нас находится. Так, это книжная полка, хорошо. Так, это второй этаж. Ага, поэтому она считается двухкомнатной. А тут еще рабочее место. Теоретически нужно купить еще один компьютер. Магазин. Так, дали карточку нам, отлично, спасибо. Так. Корпус. У нас денег нету нифига. Ничего себе, $1250. Офигеть. Это 390 получается нам необходимо, да, на новый компьютер. Бу-бу-бу-бу-бу. Окей, ладно, будем собирать. Давайте все-таки посмотрим, может быть там еще что-нибудь появилось, что мы можем отснять. Так, топ продаж. На 4 звезды, но она актуальна. $34 стоит. Я думаю, что стоит брать. Давайте возьмем. Так, 10 уровень у нас, ура. И давайте сразу сделаем видео. 22 у нас есть. А, нам же еще игра не пришла. Ладно, пока игра не пришла, давайте поедим. Последний наш шенгвич съедим. Так. И вот наша игра пришла. Хорошо. Новое видео. 100%. А когда она вышла? 5 марта. О, можно первый взгляд сделать. Точно, давайте. Так, пока тут нам менять ничего не будем. Поехали. 27 у нас есть. Как это? 26 лампочек есть у нас. А тут 27, кстати. Так, есть. Я купил новую игру, так. Хорошо. А вот это уже плохо. Давайте вот эту используем. Так. Есть. Ай-яй-яй-яй-яй.
Давайте пятерку. Там будет все-таки 4, да? И тут восьмерка. Все. Получается, где-то 24 надо лампочки нам на создание видео. Окей, будем знать. Так, может быть, вот так вот как-нибудь, вот так. Так, это у нас будет концовка. Ну, вот так, наверное, оставим. Наверное, так оставим. Так, хорошо. 97% актуальность. Вот, это нам игрушечка денежек заработает. Хорошо, 57 тысяч у нас подписчиков. Давайте опубликуем видео. И на этом все, дорогие друзья. Я говорю спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. Всем пока.